что ж, друзья, дорога. Произошло чудо. Мы ехали в сильный-сильный ливень. И только приехали в храмовый комплекс, дождь закончился. Но я уж не знаю, радоваться мне или нет. Потому что мы приехали в храм Тигриной пещеры. И где есть на вершине Будда, до которого 1260 ступеней. О! Ну, пойдемте посмотрим сей замечательный храмовый комплекс. Я смотрю, не только я кеды одел, чтобы подняться к неприступному Будде. Народ готовится. Кто-то запарковал самолет. Вот такие тут тигры. Да. А вон там дракон телевизионный. Пойдем посмотрим. Кушают денежки. Please take your shoes. Take your shoes. Осторожно, скользкие ступени. И берегите голову, лишь голову прибыли. Да, да. Только... У меня есть киска. Стрельба бывает хорошая. Не очень-то уж и скользкие. Тихо. Ну, скользкие. Видишь, как высоко, как камни прямо головку береги. Смотри. Атмосферу. А? Не, это не пещера. Вглубь пещеры вошли. Пошли в глубине пещеры. В общем, побывали мы в настоящей тигровой пещере. Мы тигры. Вот написано, что 1237 ступеней. И отсюда начинается путь. А последнее, чтобы было лестница. А вон обезьянки ходят, кстати. О, обезьянки, смотри, Маш. Ну, окей, пусть пьет теперь. Ай, мамочка, ты что почувствовала с тобой? Мое! Моя вода! Все, стырили! Чупа-чупс тоже могут вылить, поэтому чупа-чупс лучше изо рта не доставай. А где чай? Ограбили нас. Ограбили, да, не за... Мы даже не поняли, как это произошло. Все, ладно, пошли наверх, ребятки. Ну, это не, не православные обезьянки. Не, ну надо же, как мимо. Я не знаю, как остырили чай. Мы к ним в гости, а они обокрали. Ну, единственное, чай был очень холодный. Надеюсь, она не знает, что надо пить маленькими глоточками. Да. И заболеет. Бог ее накажет. Наш христианский Бог накажет ее. И не будем никого из них лечить. О-о-о. Здесь такие ступеньки. А где, бета? Вот, там на дикарах. Ну что, ребятки, мы поперли. Сейчас немножко пройдем, посмотрим, каково это. Хватит ли нам сил?
Время сейчас еще, конечно, не очень нам повезло. Сейчас уже 5 час. Скоро будет темнеть. А в кромешной тьме здесь спускаться будет, ой, как не очень. Мы немножко отдохнем и опять в горку пойдем. Ну вот мы и на вершине. Уже идти. Уже на уровне 9-го этажа. Да, высоко. Сейчас пускай спустится. Ну, мы с девчатами решили разделиться. Они пошли вниз к обезьянкам. Ну, а я пошел наверх, чтобы показать им и вам, что же там на самом верху. А вот девчоночки аккуратненько идут. Вот я добрался до очередной точки. Там уже обезьянки меня пасут. Ох, еще эти вредные обезьянки. Так и думаю, чтобы стырить у этого фаранга. Ладно, пойду бороться с ними. В общем, им еду давать нельзя. Они тут везде. Это их дом. Эти могут и кепку сорвать. Ну, мы тут с ребятами остановились покурить, отдохнуть. Вот такой вид открывается. Ну и самое интересное, дальше начинается вообще жесткие ступенечки. Нет, ступенечки. Это есть работа. И что же, ребятки, следующий этап. Силы-то уже на исходе. Блин, надо еще порвать вверх. О, люди спускаются. А потом ведь наружка вниз. И люди поднимаются. Но я уже высоко. Отдохнули и вперед. Ну что ж, ребятки, это победа. Я уже почти на самом верху. Такой вид. Ну я орел просто. Сейчас пойдем к самому главному Будде, который очень трудозаступный был для нас. Единственное, там надо разуться. Поэтому мы вначале сходим сюда, посмотрим, что здесь. Ага, здесь секретный ход изумрудный. Ну и офигенный вид, ребятки. Это краби, Таиланд. Ну что ж, ребятки, я наверху. Здесь офигенный вид. Будда? Не прикасаем. Вот тот. Выбрал себе неплохое местечко, хочу сказать. Посмотрите сами, как тут клево.
Ну это капец, конечно. Краби офигенный. Ну как только я представлю, что мне надо пахать вниз. Пахать вниз. Темнеет в глазах. Потому что я залез очень высоко. Очень высоко. Вот там где-то внизу. Татьяна с Машей меня ждут. Ну вот он, победный звон. Please don't step. Сюда наступать нельзя. Здесь, видимо, отпечаток тоже Будды. Будда лежит, Будда сидит. Пойдемте к главному. Пока эти ребятки фоткаются, надо успеть свалить отсюда. В их ботинках. Будда. Будда неприкасаемый. Значит, надо прикоснуться. Кто-то ананасик ему принес. Привет, Будда. Здесь нам предлагают испить водицу. Умываться здесь нельзя. Ну ладно, чуть-чуть нужно хлебнуть. Фильтр очищают. Ну все, ребятки, вниз. Первый комментарий. Я думал, если честно, что вниз будет идти сложнее. То есть идется нормально. Потому что внизу я не протренировался. Как это пойдет мне вниз? Но еще нам, кстати, очень повезло, что сейчас не так давно прошел сильный-сильный дождик. Сейчас нету той жары, которая здесь обычно стоит. Об этом я тоже не подумал. В принципе, если камера не сдохнет, попробую заснять весь путь до самого низа. Может, на перемоточке включу побыстрее. А может, заставлю вас смотреть весь мой часовой спуск. Кто знает? Ну а так, ощущения. Ощущения непередаваемые. А во время подъема у меня в один момент уже даже звездочки стали летать вокруг глаз. Ну, я уже тогда подумал, что очень жаль, что я иду один. Кто ж меня снимет с этого звездолета, да? Тут же нет кнопки. Вниз. Ступеньки, видите, бывают разные. Бывает покруче. Видимо, разные эти архитекторы тут работали. Тут, конечно, главное не провафлить момент. А то кувыркаться слишком далеко. Дед все сидит, улыбается. Ну да, я уже улыбаюсь. Ступеньки, видите, не такие крутые стали. Мне тоже сразу хочется улыбаться. Потому что когда под тем ковыляешь, ох, неприятно. О! Это опытный боец. Кстати, я понял, это собака-спасатель. И она идет рядом со мной. Знаете, вроде иду вниз, но все равно уже подтек опять рукой. Это уже не знаю какой. Третий или четвертый. Выжимка из меня. Худеем, пацаны. И идем вниз.
just escape and fly away tonight. Завидели меня, машет ручкой. Чего ты так долго? Тяжело, Мань. Даже с собакой. Это мой спасатель. А что? Это был тяжкий путь, и это победа. Мы внизу.